Предлагаем апартаменты в блоке С. Широкий выбор апартаментов. Торцевые, с видом на Турцию, с видом на бассейн, на блока. Это у нас вход. Блок С. Документы уже готовы. Я в Батуми. Ресепшн работает 24 на 7. Все чисто, аккуратно, соблюдаются все меры. Он действует. Есть залы ожидания. Все для удобства гостей. Лифты, все работает. Туристам очень нравится данный апарт-отель. Прекрасно и для проживания, и в качестве инвестиций. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы в WhatsApp, Viber. Предлагаем на продажу апартамент Twin Tower башня C. Средний этаж, двухкомнатный, 43 метра квадратных. Укомплектованные под ключ. Апартаменты не сдавались. Новые. Хорошая цена, вид в сторону Турции, два кондиционера, два телевизора, большая комната. При желании есть место для дополнительного спального места. И вторая комната — это спальня, тоже встроенный шкаф, кондиционер. Телевизор, прекрасный вид, вот он шкафчик, ну и как всегда основное — это вид на море. Это выход из гостиной, большой балкон на две комнаты. Вид на город, горы, море. Вот такой балкон огромный. Общая площадь 43 квадратных метра. Звоните, пишите, задавайте ваши вопросы в WhatsApp, Viber, я в Батуми. С кровати прекрасный вид на море. Специально отодвинула шторку, чтобы вам показать. Вот кровать, а вот вид на море. Встроенная кухня, как везде. Барный холодильник. Чайник. Холодильник черненький. Заведен интернет, все подключено. В санузле тоже стандартный ремонт. Ничего нового. Бойлер Ariston. Фен. Душ-кабина. Все новое, все в хорошем состоянии. Апартаменты готовы под сдачу в аренду. Пишите, звоните, задавайте ваши вопросы. WhatsApp, Viber указан в начале, в конце сюжета. Я в Батуми. Еще раз напомню, существует два метража двухкомнатных апартаментов. 43 квадратных метра, как данные апартаменты, и 45 квадратных метров. Визуально они абсолютно одинаковые. Но при покупке и за обслуживание цена получается чуть дешевле.